Вообще-то я летчик. Лучше в полку, между прочим. Ибраев, ты что, идиот? Есть летный порядок, а ты своими финтами нас всех чуть не угробил. А это мой старшенький. Султик. А. Слышал, ты участвовал в операции. Как твои бойцы? В строю. Вы что, приказов не слышали? Кто был мишенью? Наш экипаж. Атакующий проявил излишнюю пассивность. Ты задумал. Ибраев, отставить! В данный момент мы располагаем информацией, в каком регионе готовилась группа ликвидированных боевиков. Это твой регион. Можешь поднять свою старую агентуру? Все будет сделано в ближайший день или два. И будет две акции. Где? Ты же не можешь всего узнать. Могу. Это моя работа.